Народная артистка РСФСР Валентина Талызина высказала свое мнение относительно ухода Александра Домогарова. По словам Талызиной, Александр Домогаров взял необычно долгий отпуск продолжительностью в 4 месяца. Актриса подтвердила информацию о возникшем конфликте между актерами и новым художественным руководителем театра Евгением Марчелли. Домогаров, согласно ее словам, не приемлет Марчелли как руководителя, считая его не совсем одаренным и деловым человеком. Талызина отметила, что уход Александра Домогарова является большой утратой для театра, так как актер пользовался популярностью у зрителей, и его работы привлекали много поклонников. Относительно худрука Марчелли, Валентина Талызина сказала, что он работает нестандартно, не уделяя должного внимания психологическому аспекту создания образов персонажей, что сейчас, по ее мнению, стало особенностью его режиссуры. Афиша театра также отражает изменения в подходе, где теперь чаще представлены модные перформансы вместо классических постановок.